Камера, я еще руками не махала. Микки, что ты гавкаешь? Хочу свет выбрать, какой лучше при съемке, чтобы был. Лучше синий. Лучше синий? Да. Это уже вот этот голубой, который тогда. Может, вот этот? Не знаю, желтый. Тепленький. Так, девочки, ну ладно, раз камера включает, будем посылку. София, сделай тише. Так, у меня вообще выключено. Да? Сейчас будем с вами открывать посылочку. Кто мне будет помогать? Никто. Правильно. Никто. Я. Ты будешь мне помогать? Распаковка. Вот тот костюм спортивный, который, вы говорили, на меня большой, и серая кофта мама себе не оставляет. Эта посылка уезжает, мама на подружка, ей понравился костюм и кофта, и она говорит, можно я себе заберу? Ну, она себе купит. Я говорю, хорошо, я себе вот взамен меньше размер заказала. Никуся тут как тут. Вот уже любопытно. Да? Текай, зайка, чтобы я тебя... Анина мы не будем трогать. Ой, я свою. Так, костюм на размер меньше. Сейчас с вами померяем. Девочки мне уже писали в личку, что тоже зашли в этот магазин, им очень понравилось и тоже себе там много чего позаказывали. Такой же, да, костюм? Нет, другое. Ну, другую одежду заказывали. Нет, костюм ты себе такой же? Да, точно такой, но на размер меньше. О, подарочки, снова подарочки. Сегодня у нас белой резинкой вот такая вот конфетка. Все, кричи. Ну ладно, бери. Можно открывать. Маленькая новая. Так. Костюм я еще тут не отправляла. Мне адрес напишут. Вчера мне мама сказала. А ну, кофта. Девочки, ну кофта будет мала, наверное. Я буду в обтяжку в ней. Как вам нравится. И штаны. А штаны будут от тебя. Ладно. Ладно. Вообще, меряю. Так, девочки, костюм на размер меньше. Как я вам и говорила, мне в том костюме больше нравилась кофта, она была свободная. Да, штаны меньше. Я себя вообще не вижу, мне так далеко. Может, потом оно будет видно. Тут кофта была свободная, а тут она на мне в обтяжку. Но зато тут штаны нормально, девочки. Сейчас буду так смотреть. Видите, кофта какая? Она тянется. Он такой стрейчевый, тянется. Да, тут резинка. Уже тут у меня ничего, ну, не надо ни вшивать, ни ушивать. Тут она, видите, сидит так, как надо. Вот. Это я маечку одела, думаю, под низ, чтобы вам так показать. Мне тут как лежит, это же я его буду отправлять. Ну, этот меньше, конечно. А мне бы между тем размером и тем, и вот этим. А такого размера нет. А такого размера, девочки, нема. Ну, ладно, будет этот. Футболку, конечно, надо майку не заправлять. Ну, в этом мне в штанах, конечно, в этих комфортнее. Те были, да, большие, сильные. Но тут кофта. Ой, кофту придется, не знаю, как делать. Манжет буду подкатывать. Буду ходить вот так в коротенькой. Вот так. Не знаю, в общем, подумаю как. Или вот, видите, как подкатила. Можно так.
можно и не так. Как есть, так и есть. И тут, видите, он такой вот весь вот так идет. Как вы и хотели, девочки. Чтобы не балахоном было, вот так все в обтяжечку. Вам так нравится. А мне нравится, когда все свободно. Ладно, дальше. Меряю дальше. Это ж не твое. Это мое. Да? Да. Тоже спасибо. Подарок. Можно мне скушать? Тебе скушать. Такая, как у та серенькая была, только на размер меньше беленькая. А, это ты себе ее взяла? Да, та же была на маму, там у меня девочки ошиблись, не тот размер прислали. Очень большой. Вот это будет, да, наверное, лучше. Сейчас я вам ее померяю. Ну да, это лучше, это девочки. Лучше тебе. И красивее беленькая, лучше. Согласна, да. Та, которая у мамы, она намного больше. Лучше, да, в белой. Да. Софи. Белая вообще. Даже не то, что белая, тебе лучше в этом размере. В этом, да, я согласна с вами. Она свободная, но не такая гигантская, как та была. Оверсайз в пределах разумного. Да, и белая мне нравится больше, очень. Я, наверное, сейчас так пойду в магазин. Одену белые кроссовки, теплый костюм спортивный. Да? Ага. Красивенькая, беленькая, да. Хорошо, что я поменяла на белую. Все-таки та серенькая выглядела простенько. А вот беленькая, она... Белая есть белая. Отлично. Да, Суфик? Да. Нравится тебе? Мне нравится. Не знаю, надо ее отпарить чуть-чуть, да? Примятая, Софи? Нет. Не? Да нормально. Попку прикрывает. Чудесно. Бабушки, вот та на бабушку была. Да, это меньше. Причинные места прикрывает, как вам нравится. И все. И все. Капюшон накинул, если вдруг дождь пошел. Так, раз. Да, мне нравится. Хорошо поменяла на белую. Хорошо. Не, надо, София. Она примятая. И карманы вот. И... Ну, я ее сейчас паром отглажу. Да, в костюме мне удобно, но хотелось бы кофту на размер больше. Сейчас я вам покажу, пока я ее не отправила. Я ж хотела маме его оставить, этот костюм. Мама говорит, Наташ, ну не буду я его носить. А мамина подружка, Валентина Михайловна, вам привет. Она говорит, на нее будет, вот на вас будет идеально. И костюм, и вот это вот тепленькая. Так, это у нас, ну тут я не знаю, где написано размер. Ладно, сейчас так аккуратненько сложу. Костюм спортивный. Девочки, кто полноватый? Ну, тут написано тройка. А на моем написано единица. Мне надо двойка. Мне не надо единица. Вот мне надо еще между ними. Если есть тройка, значит есть и двойка. Что такое? Вот бы чуть-чуть больше. Не знаю, вот так вот написано. Один. Это вот этот, что сейчас. А на вот этом написано, девочки, три. А мне надо два. Мне надо два.
Что, промежуточного нет? Вот смотрите, эта кофта спортивная. Но это совсем вот по-другому она смотрится, да, София? Да. Вот, вот так мне нравится, вот. Она вот тут красиво, даже не надо подворачивать. Вот, не знаю, мне вот, вот так нравится. Вот тройка, мне нравится кофта, но в тройке огромные штаны. Вот. Видите, как хорошо. Да, рукав может чуть-чуть длинноватый, но мне это не смущает вообще. Вот. У меня единица. Мне два. И теперь одеваю вот эту кофту. Все, она вот тут мне, да? Ты не любишь ее красить. Ну, тут мне, не знаю, снова я померила эту кофту, мне, не знаю, на размер, между этими размерами, в общем. А кофта белая мне понравилась. Что, не идти тогда в магазин? Что? Не, ну, может, я его сдавать буду, обменяю да на... Да нет, в кофте иди белой. А тут штанишки такие. В общем, девочки, такое... Что там Аня себе взяла? А, тут София. Вот Боди. А Боди нету. А чё? Наташа, показать ночь. Как так? А я не знаю, чё. Покажать ночь. Покажи. А Боди нет, София. Покажать. Покажать. Там была кончика. Ну, мятая, видишь, ладно, мятая. Гладь. Сейчас я его проглажу, девочки, в этой кофточке пойду. Мой любимый утюг. До сих пор пишут в комментариях, он у вас работает. Да, утюг с АТБ. Я обычным уже и не пользуюсь. Да, София? Ну да. Вообще. Ты, наверное, обычным пользовалась последний раз года два назад, когда тебе надо было скатерть погладить. А этот раз... На годовщину свадьбы я этим даже скатертью так развесила чуть-чуть. Класс. У кого нет такого утюга, девочки, чисто от сердца рекомендую. Не надо супер дорогой брать. И еще обращайте внимание на вот это ну, покрытие. Вот у Оли Филлипс, но у нее... Ой, как оно правильно называется пока? Вот эта железка, как нержавейка, мне больше нравится. А, вот керамика. А вот когда керамика, ну, не знаю, или ну, мы пробовали, мне не понравилось, он хуже гладит. Тебе так телефон тяжело в руках держать, он большой такой. Непривычно, да? Угу. Да, белая вообще отлично выглядит.